Барклайс внедрит криптовалюту в банковскую систему. Как сообщает CNBC, британский банк Барклайс ведет переговоры с управлением по финансовому надзору FCA и местными финтех-компаниями о повышении безопасности биткоина и внедрении криптовалют в банковскую систему. Эксперты из традиционных финансовых кругов считают, что для интеграции криптовалют потребуется длительное время, поскольку они часто используются в нелегальных целях. Тем не менее, в последние годы Барклайс все активнее интересуется криптовалютами и технологией блокчейн.